Путешествовать значит развиваться, значит искать себя. Мы путешествуем не для того, чтобы сбежать от жизни, а для того, чтобы жизнь от нас не сбежала. Экспедиция – это целая жизнь. Твоя лучшая жизнь. Добро пожаловать в «Кавказ Дискавери». Лучше гор могут быть только горы. «Кавказ Дискавери». Ребят, привет! Привет! Ну что, вы где? В Дагестане. Махачкала! Мы очень скучали по Кавказ Дискавери. Вспоминали Байкал еще долго после этой экспедиции? Очень. Пересматривали его прям до последнего момента, до вылета, до момента вылета пересматривали. Начнем с того, что мы так дружились, кстати. Познакомились на Байкале. В Москве мы дружим, постоянно встречаемся. Кавказ Дискавери объединяет и сближает. Понятно. Какие вообще ожидания у вас от Дагестана, рассказывайте? Ну, вот там красоты неописуемые просто. Драйва, энергия. Хороших людей. Море позитива, надеемся на хорошую погоду, да. И ждем встречи вот с нашими родными уже людьми. Поэтому, ребята, вам привет! У меня как год начинается. Я уже сразу раз, у меня первым делом Новый год. Рюмочку выпил, посмотрел расписание Кавказа. Так, в этот год у нас лето начнется вот тогда. Ну вот, так что мы здесь все. Все, у меня сезон начался. Какие у вас ожидания от поездки? Максимальные, какие еще? Максимально хорошие, да? Да, позитив. Ну вот, коллектив вновь созданный. Хочу поднять сей бокал за нашу новую компанию. Кавказ Дискавери лучшая, как мы уже говорили. Ура! Ура! И за то, что соком больше не чокаться. Ознакомимся с древнейшей историей города Дербента и с нашей жемчужиной цитаделью Нарын-Кала. Изначально обратим наше с вами внимание в сторону города. В 6 веке персидский царь Хосров Анушерван I именовал этот город как Дарбан, что в переводе означает «узел ворот». Единственный открытый источник на территории крепости Нарын-Кала. Подобные источники были под строжайшим запретом. Почему? К воде придавалось огромное значение. Для хранения, для запаса воды строились водохранилища. Очень много дорог, очень много развилок, поворотов и всего прочего. Это раз. Второе, здесь очень много местных приор, ну так скажем. Это вот эта история, как бы вы поймете буквально уже с завтрашнего дня, что я не шучу и как бы ничего не преувеличиваю. Вообще настрой на поездку? Я пока не знаю. Скажи, на чем вы едете хоть сегодня? Мы едем вот наш утилитарничек. Надеюсь, вставать не будем. Мы готовы к новым путешествиям. Не там, где мы уже выехали, должны быть. Thank you.
один круг. Это вообще Ламборгини? Это Ламборгини? Как вам машинки вообще? Молодцы, молодцы! Хонба, да, ну средними! А где вожак? Вожак где? Вожак! Вам, удачи, чтобы вам сопутствовало. Спасибо. Чтобы только на радости были вы. Чтобы никогда плохой в вашей жизни не было. Чтобы вот так дружно мы прожили. Красавцы. О, за рулем сяду, Алла, за рулем сяду. В Украине я служил, дурак ты я. Не добью, приехал я сюда. Сейчас здесь ждет нас вкусненький обед. Согреемся, поедим и в дорогу. Пойдемте, ребят. Ням. Так, кубачинские чудо у нас. Ну, всем чудо-чудо. Ай, да молодца! О! Давай, лучше гор могут быть только горы. Поездки в горы. И хорошая компания. Поездки в горы. Кавказ Дискавер. После обеда приехали на нашу супергорную заправку. На эту заправку специально завозят бензин под нас, потому что его тут в таких количествах не бывает. Как тебе заправочка? Отличный 95-й. Как тебе заправочка? Шикарно. Шикарно? Пытался, знаешь, какой заправки однажды? Было дело в Казахстане. Злейки. Казахстане. С ведра. Железного. Стекло помыть? Ну классика, спасибо. Каждый раз, когда мы приезжаем, да, мне хозяин заправки дает вот этот рог. Традиция определенная. Держите, ребят. Крыша мешает. Это надо вот так наливать, вот. Вот это заправка. Ну я на работе, мне нельзя. Вам удачи в поездах. Спасибо. Спасибо. Оказывается, у меня тоже получается. Поаплодируем. Там реально получается. А это мы хорошо заехали, да. Заправка Кубачи. Заправил машину, заправь себя. Всегда пожалуйста. Да. Чё, Лиз, тут? Чё натворили? Ну вот, сильно давлю, Дим. Изо всех сил. Может, это самые этими хомутами? Виталий, ну рассказывай, что сделали. Что сделали? Как надо. Что было и что сделали? А, тормоза полетели, заглушили трубки. Ага. Едем дальше. Будет жить. Будет жить, да. Началось наше восхождение на Гамсутль, город-призрак.
45 минут дороги вверх, мы у финиша. И даже несмотря на то, что сегодня целый день обещали дождь, мы все равно рискнули, не побоялись и решили все-таки подняться. Ну как ощущения? Прекрасные. Нормально? Легко. Все? Немножко спорта, да? Наконец-то. Большая прогулка. К подвигам. Там, ребят, ну как ощущения? Шикарно. Не жалеете? Не жалеете, что пошли? Не жалеем. Нет. Зиплайн бы на обратную дорогу. Олег, ну как дела? Отлично. Нормально? Нормально. Ну что, вот мы на Гамсутле. Который раз я здесь, наверное, раз 10-й поднимаюсь. Ну что, посмотрите на Гамсутль с воздуха. Да, да, да. Ну правильно, он на коне поднялся такой. Да. Спустился. На коне не получилось. И спустился на коне? Нет. Нет? Поднялся на коне. Ну как впечатление-то от Гамсутли? Не жалеете, что пошли? Да. Ну мы поняли, что, ну что не только квадроэкспедишн. Стометровка или, я не знаю, километровка. Ну это круто. Понравилось? Да, очень понравилось. Виды просто вообще, шикарные. Да. Да. Глаза боятся, а руки-ноги делают. Да, это 18 да. Шагов от Вишут. Сколько? 18. Обед отбили, да? Ну, хотя бы. Что, здесь таким трачком еды? Мы это сделали. Мы стартуем из Гунипа, сегодня едем в Главрыбу. Че, Олег, новый день, новая машинка? Да, как-то так. Быстренько Кавказ Дискавери среагировал оперативно и за ночь доставили машинку, чтобы у нас не прервался наш трип. Да, между прочим, из Кисловодска. Вот. В очередной раз доказывает уровень сервиса и уровень отношения к клиенту. Даешь! За удачный день! Чтобы хорошо покататься сегодня. Да. В Кавказ Дискавери. А вы что скажете? А мы снега ждем. Снега? Нам обещали снег. Если его не будет, мы будем расстраиваться. Май без снега, это вообще как-то не май. Как настрой, как дела? Прекрасно. Не болят ножки после вчерашнего Гамсутля? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Поздравляем ее с днем рождения, желаем ей всего самого наилучшего, чтобы она наконец согрелась. И эта экспедиция пошла ей только на пользу. Давайте за нее выйдем. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Суп сейчас в тему. Замечательно. Супчик, да, после снега с градом.
Да. Горячий кайф. Я мечтала, я ехала, говорю, когда уже будет остановка, когда будет суп горячий. Как вам снежный вот этот перевал? У нас снег, это жесть. То со стеклом, то счастье. Будет прикольно, что будет стекло. Да. Обязательно с дворником, с умывальником. Олег, ты за стекло, да? Мы купили, но сюда страшно выехать. Тем более я в сравнении, да. За стекло однозначно. Ну, а это для пианино. Значит, вот эта сторона против стекла, а вот эта сторона за стекло, верно? Да, конечно. Ветер, Дарю. Зачем тогда там, если со стеклом? А нахрен шлем тогда одели? Ехали бы так прям, да? Нет. Щелочка в шлеме есть, и град так попадает, даже в голову болит. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Прям покусали. Сразу понимаете, где у тебя тут это самое? Где щелочки? Щелочки. А как раньше ездили в город? Ничего ж не было. Даже очков. Кавказ, Дискавери, процветай. Расти, здравствуй. И закупай Рубикон, да, для того, чтобы было тепло. То есть вы за комфортное передвижение, да? Я за трипы. Спасибо большое. Я за холод. Спасибо. Но вот сегодня я что-то неправильно подготовила. Рубикон и Кавказ в кавре. Все, приняли к сведению. Честно говоря, вы не только создаете поездки, да, но вы объединяете людей. Мы уже такое количество друзей обрели. Благодаря вам. Честью и отвагой устояли бы награды. О,
Ну что, у нас четвертый ходовой день. Сейчас поедем катнем на катерах по Сулакскому каньону, как всегда. Сегодня, кстати, мы уже приезжаем в Чечню. Да. Танцоры идут, танцоры. Да. Лиз, когда ты мне сейчас сказал, что мы едем в Главрыбу, я подумал, ну еще бы на мясокомбинат нас привезли. А в итоге, блин, да, какое это... чудное место вообще просто. Понравилось, да? Очень красиво, ребят. Юг преображается, конечно. Не, великолепное место вообще просто. Всем рекомендую просто. Главрыба. Главрыба. Опять на Харибский перевал. Ветер вообще просто невероятный какой-то. Надеваем просто все, что есть, и едем вон туда. Вы готовы к перевалу? Мы готовы. Все надели? Все одето. Все, что можно. Хорошо, хорошо. Крайний день экспедиции Дагестан-Чечня. Утром здесь было минус 1 градус, так что хорошая экипировка решает. И в таких ситуациях стекло. Пару слов давай сегодня, что вообще, как дела, как настрой? Вообще настрой обалденный, да, снег не испугал, плюсовая температура. Все нормально, да, даже без перчаток стоим и комфортно, да? Вообще, конечно. Да, 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 классно. Главное, чтобы дождя не было, да, остальное вообще. Да. Ждем вожака и выезжаем. Сегодня в желтую карточку вожак получил. Ну, пока нет, еще у нас... А, нет, уже 10 утра. Да, получил желтую карточку. Последний денек. С удовольствием прокатиться, без приключений. И дальше отдыхаем. Как-то без приключений. Вот, только хотел сказать. Приключения нам нужны. Но каждый экстремал должен знать, где заканчивается экстрим и начинаются нецензурные слова. День будет прохладный, но... Думаю, впечатлений будет много. Мудрость дня какая сегодня, давай. Мудрость дня? Да. Не замерзнуть. А у вас какое пожелание будет сегодня, давайте, команде, всем? Тепла, много-много тепла. Доехать уже через перевал, не замерзнуть. Чтобы все прошло красиво, как всегда. Не замерзнуть никому. Что вы осознали за эти дни пребывания
в таких условиях. То упор, настроение меняется хуже, чем у девушки понимается. Доехать до места самое главное. Вот это самое главное. Желаем, чтобы мы все не замерзли и вернулись на место счастливыми. Все довольные и счастливые. Рассказывайте. Колесо спустило, только снизу, правда. Только снизу, да? Да. Сверху нормально? Нет, во всяком случае качает, это скорее всего не низ. Может, разбортовал чуть-чуть? Вот, вот. Ой. Будто он не обойдет. Олег, куда идем? Мы идем к водопаду. Класс, кстати, вон вот он. Да. Вот он уже виден. Кавказ Дискавери. Кавказ Дискавери умеет дарить эмоции. Куда идем? Не знаю. Водопад. Как я туда еду? Куда идем, ребят? Мыться? Мыться? Да. А, хорошая идея. Вам обед сегодня от поваров. Вот, супчик суперский, шашлык еще не видели. Супчик понравился? Супчик понравился. Шашлык вон там дымит еще. Кавказ, Дискавери! Давайте вместе, да-да-да. Давайте так, вы кричите Кавказ Дискавери, а вы лучшие. Вот это я придумала, конечно. Тамада хорошая и конкурс интересный. Кавказ Дискавери! Так, ребят, ваше слово. Я хочу сказать, что наши повара – это самый лучший повар в Дагестане и Чечне. Они кормили нас вкуснее всех. 100%. Да, а шеф? Ровно 50% в этой поездке – это ради того, чтобы попасть к вашим поварам. Не, вот реально, я вот отвечаю. Я вот пуганой брашу. За остальное я стрелу за что здесь делал. Ребята, а вас все устраивает? Лучше любого ресторана. Поварам что говорим? Привет. Поварам говорим спасибо! Коль, про вас тут говорят. Спасибо, слышали. Самый главарь нашей банды очень устал. Последний день. Кавказ Дискавери!
Дагестан, Чечня, наша. Да, всем спасибо, все свободны. Вы молодцы на самом деле. Погода нас испытывала немного, да? Не, погода довольна, вообще мы довольны погодой. Я считаю, могло быть гораздо, у нас не дождя, а погода нам просто... И град, и снег, и солнце, снег, и вода, да, и все было. Все было. Ну, молодцы, на самом деле все выдержали, особенно вот девушки. Вообще респект. Вообще, я считаю, у вас какая-то такая команда собралась, да? Дружная, удачная. Ребята тоже вообще респект большой. Они на заднем приводе проехали весь маршрут. Никаких проблем ни нам не создали, ни себе. Вообще приехали уже изначально, у них не было переднего привода. Вот вы даже не знали, да, что они всю дорогу... Нет, завтра проблемы, когда вы починили. Приехали на заднем приводе. Молодцы, да. Потому что вы доставляете нам удовольствие, драйв, но вы еще объединяете людей. Мы уже столько перегружились, всегда такой позитив, энергия. Ну, вам процветание, новых маршрутов, но мы вас будем поддерживать. Без всяких эксцессов, а только с приключениями. Да. Да. С хорошими группами! Да, побольше таких групп, как вы, на самом деле. С вами классно. Вот дай бог, дай бог. Спасибо! Просто сказка. Лучший отдых. Спасибо. Класс, спасибо. Мурашки. Спасибо. Спасибо. Как всегда, лучшие. Девушкам респект, конечно, они у нас умные. Нет сил, сколько эмоций. А потом уже ночь примет свой черед. Блеск звезды вдалеке ослепит глаза. И когда сонный город опять уснет, понимаю, что это и есть мой рай. И по ночам не снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. И даже за границей у дагестанского народа в сердцах любовь искрится, в своей земле, к своей природе.